Здорово, мужики. Сразу скажу, видео ни о чем, так что чувствую, сейчас дизы полетят и захейтят меня по полной программе, просто засрут. Короче, что, пока ковыряюсь вот со всем этим добром, делая фазоинверторный короб для медбасов, середин, для короб вот для пищалок, копаясь в гараже, нашел фигню одну, которую в конце лета делал. Было короб BP4, там 4 Урал ТТ-12 было, и потом я переделал его под BP6, и отверстие, в котором один из четырех Урал ТТ-12 стоял, закрыл трубой 110, и получилось, соответственно, BP6. Вот, нашел эту штуку. И так казалось, что сейчас, в котором коробе стоит SA-15, сбоку стоял тоже ТТ-12 из предыдущих экспериментов. Короче, там отверстия совпадали, и я подумал, и пока в машине ничего нету, пока ничего нового не собрал, вкрутить вот эту вот детальку с трубой в короб SA-15 и получить фазоинверторный ящик. Вот, так что, к чему я говорю, отверстия все совпали, ничего вообще сверлить, пилить не пришлось, просто я вкрутил эту фигню и все. Интерес был просто покататься, послушать временно, пока, чтобы какой-то саб был в багажнике. Послушать, как это играет. Короче, объем там 72 литра и 110-я труба, это самый маленький порт, который я ставил по отношению к объему вообще за всю свою историю. То есть порт практически равен объему, там сечение порта у этой трубы 86, что ли, квадратов, а объем 72. Вот, а должно быть в несколько раз больше сечения, чем объем. Короче, хотел покататься, послушать о том, как играет это. Я ебанул что-то на улице, блин, чего вот постоянно такое взрывается. Короче, послушать, покататься, как это играет, но видео, в принципе, не об этом, но все-таки о своих впечатлениях, о звучании я расскажу в конце видео. А так даже у меня нет слов, короче, смотрите все дальше сами, пацаны. Да вообще, на самом деле, чисто поржать, но с компанией было бы веселее, одному, конечно, не так угарно получается, но все серьезные люди, и это я один распиздяй. На самом деле, когда получилось, что саб четко прям в меня отбил колпаком пинг-понговый этот мячик, прям сразу мотивация поперла такая. Хотелось, чтобы пару раз хотя бы получилось, чтобы саб отбил, а я уже отбил саб, и он снова, но, блин, теннисист хреновый. Точнее, это очень сложно на самом деле, пацаны. Hey,
Да вообще, ребят, хотел просто поприкалываться, как я уже сказал, что порт очень маленький и нагнетается большое давление, и по идее воздух очень сильно должен оттуда вырываться. Я просто думал, что эти мысли возникли, пинг-понговые мячики просто вот так, если рукой пустить, когда валит бас, они как пули будут оттуда вылетать с этой трубы, но нифига подобного не произошло, их туда просто засасывает, когда басуха валит, прям как насосом его туда, и он в этом порту туда-сюда колбасится там. Кстати, пробовал фазировку менять на сабе, ничего не помогло, все равно туда же внутрь все засасывает. Ну а какой еще вариант остался? Только диф может толкнуть еще этот мячик, так что ничего не оставалось, как попробовать вот таким макаром поиграть в теннис. Ну, я обещал рассказать, как это играет. Ну как, объем дико маленький, порт вообще наглухо зажат. Как, играет мягенько, но это просто подзвучка, и не более того. Короче, говнище редкостное, но подзвучку отлично. Ебанул, что-то на... Дверь от гаража металлическая, со всей силой пизда от ветра. Ну не теннис, так хоть в лунку от гольфа попал хотя бы, чё. Чё ещё, парни, хочу сказать. Раньше в этом коробе стояла 160-я труба, но я экспериментировал, а длина ее была больше 40 сантиметров, и настройка при этом была выше 40 Гц. А сейчас труба 110-я в два раза короче, но настройка 33 Гц, то есть насколько ниже. И я вот чему говорю, насколько важную роль имеет площадь порта, сечение порта. А как мы знаем, чем длиннее труба, тем настройка ниже. А сейчас получается труба в два раза короче, а настройка 33 Гц, то есть насколько ниже, чем на 160-й. Так что, парни, нужно все рассчитывать грамотно для своих определенных целей. Если хочется чисто музыку послушать, помягче определенные объемы порт. Если больше на результативность, совершенно другие будут параметры. Так что учитесь автозвуку, не ставьте дизы. Трешаковое видео тоже полезное, чтобы разгрузить мозг. Трешаковое видео тоже полезное, чтобы разгрузить мозг. Всем удачи и пока, пацаны.